Крупный пожар в Чурилово едва не спалил теплицы. Огнеборцы тушили пламя несколько часов. Эльвира Хафизова расскажет подробности. Эти кадры очевидцы сняли в микрорайоне Чурилово. Языки пламени окутали поле возле агрокомплекса. Жильцы сразу вызвали пожарных. На место прибыли 4 автоцистерны. Как стало известно, кто-то поджег траву, но благо огонь не успел перекинуться на чуриловские теплицы. Предварительно выгорело около 4 гектаров травы. Сейчас правоохранители ищут виновника. А этот столб дыма напугал местных жителей на северо-западе города. По предварительным данным, загорелась сухая трава. Столб черного дыма видно было издалека. Известно, никто не пострадал. Этот пожар произошел в Парковом. И снова загорелась сухая трава напротив дома номер 7 по Краснопольскому проспекту. Жильцы пожаловались на едкий запах гари и оседающую копоть на окнах. По словам МЧС, на месте работали 4 автоцистерны. По всей видимости, это был поджог. Сейчас полицейские ищут того, кто мог это сделать. А этот страшный пожар произошел накануне ночью в селе Кузнецкое Аргаяшского района. По предварительным данным, дотла выгорел жилой дом и все хозпостройки. Сейчас огнеборцы ищут владельца дома, благо никто в пожаре не пострадал. А это возгорание произошло в городе Карталы, и снова воспламенилась сухая трава. За несколько часов пожары были потушены, угрозы населению уже нет.